Колтуши. А сколько лет Костроме? Двести шестьдесят пять. Это нам меньше, чем нам. Да, Кострома достаточно молодой город еще. Вау, ну, а почему мы что, стали? Ну, Санкт-Петербург постарше будет, потому что его основал Петр Первый, вообще-то, великий царь всея Руси. Пап, вообще-то, это Колтуши старше. Ну да. Всегда будет. Где Путин живет? В Москве? Да. 853. 800? Он даже больше 15. А знаешь, сколько Киеву? Это город, который находится на Украине, откуда приехала бабуля Люба. Она там родилась. Сколько? 1536. Ну что, появился раньше Санкт-Петербурга? Да. Тысяча. А сколько Египту? Египту 2356 лет. 2000. А сколько? Сколько? Китай у нас... Египет у нас чемпион. А что ты первое сказал? Я сказал Египет чемпион. Да нет, первое. Да. Ого. Да нет. Папа, а еще какие страны бывают? Повторите еще раз. В упоре лежа отцы стоят в упоре лежа вместе с ребенком. Хлопают друг друга по ладоши, и папа должен слово. Как правило, с физической подготовкой у пап проблем нету, а вот с фантазией подводит. Ну что же, участники готовы? Да. А почему кричат сзади? Участники готовы? Судьи готовы? Отлично! Погнали! И на старт, внимание, марш! Вот там папа по комплиментам прям бьет рекорды, прям отличник! Так, 15 секунд прошло. Давайте! И осталось 5, 4, 3, 2, 1. Закончили! Дайте. Нет, там уже все прошли. Итак, уважаемые участники, напоминаю вам о том, как делается это задание. Необходимо папам в упоре лежа находиться. Дети могут также находиться в упоре лежа, либо быть на четвереньках. После этого, после стартового сигнала, вы должны хлопнуть друг другу в ладоши. И, соответственно, папа, поднапрявшись, включить всю свою фантазию, выдает на гора огромное количество комплиментов своему ребенку, а именно ласковых слов. Участники готовы? Не слышу, участники готовы? Браво, о, как дружно! Судьи готовы? Готовы! На старт, внимание, марш! Так, пошла жара. Отлично. Мне кажется, что уже... Вот это да. Вот этот ребенок требует комплиментов. Лупит папу по ладошке со всей силы. Итак, прошло 15 секунд.
Прошло 15 секунд, папы не сдаются. За линию встали, 3 метра. Взяли в руки боксы, кидаем по одному шарику. Кидаем ребенку в корзину, а не в голову. Итак, участники готовы? Да! Судьи готовы? Готовы. На старт. Внимание. Марш! Так, очень хорошо. Дети, держим первую корзину. Не теряем ее. Держим. Супер, отлично. Отлично, прошло уже 15 секунд. Ну уже, папы, давайте, где ваша меткость? Вот, ребенку в голову прилетело. Так, 4, 3, 2, 1. Закончили. Все пришли. Итак, напоминаю, кидаем. Кидаем по одному шарику, корзину ребенку. Ребенок может помогать, ловить шарик. Ребенок не должен уходить с синей площадки, находиться только на ней. Кидаем по одному шарику и стараемся все-таки попасть в корзину. Итак, участники готовы? Готовы? Судьи готовы? Готовы. На старт. Внимание. Марш! Так, пошли. Давайте, времени не так много. Давайте, ловите, помогайте папам. Давайте. Все получится, считаются только те шарики, которые останутся в корзине. И так прошло уже 20 секунд. 20 секунд осталось 5, 4, 3, 2, 1. Закончили, молодцы, отлично. Да! Судьи готовы? Готовы. На старт. Внимание. Марш! Пошли. Вот папа теряет. Теряет один шарик, который папа теряет один. Давайте передаем детям. Дети, пошли. Внимательно, аккуратно. Подняли шарик. Если упал, пошли дальше. Прошло уже 15 секунд. Возвращаемся к папам. Папа хватает дальше. Идут. Второму разу. Идут, давайте, папа, осталось 5, 4, 3, 2, 1. Все, закончили, считаем. Готовы, судьи готовы? Как они громко поднимают руки, ну же. И на старт, внимание, марш. Папы, пошли. Давайте. Так, торопимся, времени мало осталось, дети. Молодец! Давайте, потащили. Отлично! Кто-то с первого раза. Возвращаемся к папам, и папа по второму кругу. Молодец! 4, 3, попробуй! 1, все! Поколание Кирилл. Раз, поколание Кирилл. Два, поколание Кирилл. Три. Ну ничего, может кто-то вам передаст информацию о том, что Королев Алексей занимается. Второе место было по Столайне Кирилл. Это вы? Поднимайтесь, пожалуйста, на площадку. Радуйтесь, обнимайтесь, аплодисменты, дамы и господа. Сегодняшний счастливый спортивный день ПАП. Очередной тур завершился. Третье официальным киллером Шкода. Также достается нашим участникам. Победители получают подарок от главного партнера фестиваля «Папин день» фонда Андрея Первозванного, игровые наборы Play 2 и самые ценные кубки, сделанные из массива дуба от редакции журнала «Мамин и Папин». Сейчас вам еще мы передадим. Максим.
закончили! Приготовили одну ручку. Приготовили вторую ручку. Ножку. Поехали! Просто попало и вылетело, не засчитывается. Итак, конкурс силачи. Упор лежа принимаем. И, соответственно, ребенок хлопает в ладоши, не в ладоши, а дает 5, грубо говоря. И папа должен ему сказать ласковое слово. Это основное условие. Когда ты считаешь голову. Вот так вот встаешь, вот так вот. Подняли вверх, на носочки встали и потянулись вверх. И вверх тянется, тянется, выше, 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 еще выше, выше, туда. Солнышко тянется, 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 тянется. Нет. И тянется, 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 тянется. И выше, 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 выше.
тянется, еще тянется, тянется. Тянется. Поменяли ножку, покатали опять вперед-назад, пяточки на носочек. Хорошо, поразминали, да, ножки разминаем ножку, хорошо. И тоже вправо-влево покатали. Хорошо, молодцы. Так, ребят, все, мяч поставили. Хорошо, поставили левую ножку на мяч поставили. Левая нога, где у вас, ребят? Левую ножку нашли. Левая рука, да? Это правая. Наоборот. Да, другую ножку, левую поставили. Да, вот так, давай. Вот, хорошо. Так, убрали. Поставили другую ножку правую. Убрали. Поставили другую. Убрали. Поставили. Молодец. Здорово. И забивай гол. Хорошо. Вот, дальше свою мамочку. Вижу, сидят с папой, да, серьезно. Если хочешь маме, то как это пойдет. Вот так. Фоткаемся в камеру. А вот что вы ему... Что? Расскажи секрет. Он у тебя еще так хорошо выглядит. Интересно, что ты ему даешь? Что там? Портмонет? Портмонет? Это мелочь использовать? Портмонет. Ну, вообще, это классный был ход, чтобы выбить вас из игры. Можем воспользоваться, но переспрашивать уже не будем, если будут такие сложные слова. Неподражаемый, великолепный, потрясающий, ловкий и безумно обаятельный человек-паук! Разбирайте, здорово! Сегодня я вместе со своей командой буду развлекать вас! Чтобы спасать мир, а для того, чтобы устроить веселье. Но для начала нам надо познакомиться. Нас вы уже знаете, а ваших имен мы еще не знаем. Поэтому мы в игру с вами сыграем. Сзади кто стоит, узнаем. И теперь за раз, два, три, громко имя назови. Раз, два, три. Муза. Юля. Юля, еще одна. Мопед, айпэд.
такой? Скутер. А, такой мопед? Да. Ты будешь меня на нем катать. Или Антон, когда будет выезжать. Или мама. Папа, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Скажи, какой кубок мы сегодня завоевали, Ксюш? Вот этот. Ух ты, как здорово. Ну, папа, какое место ты заняла, Ксюш? Первое. Молодец, умница. Папа. Ты супер. Папа, ну можно мы подойдем? Я скутаю и купим вот это. Кирос...